Приветствую вас, друзья! С вами на связи Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Вот подошел черед протестировать сервис Social Money Box 2019. Это социальный портал по выплатам малоимущим гражданам. Нам здесь предлагают получить от 80 тысяч рублей в течение 10-15 минут, ответив всего лишь на некоторые соцвопросы. Нам якобы выслали вот такое вот приглашение. Скорее всего, вам оно пришло на электронную почту, если вы смотрите данный видеообзор. Мне же никакого приглашения на почту не приходило, я перешла на данный сайт по прямой ссылке, и, конечно, никакого приглашения, по сути и по идее, мне выдано не должно быть. Акцентирую ваше внимание, что вот этот вот код и номер самого приглашения всегда остаются одними и теми же. Я заходила на данный сайт с разных компьютеров и все время видела одно и то же. Здесь нам нужно ввести только имя и фамилию и узнать размер выплаты. Данный портал якобы производит выплаты гражданам РФ и стран СНГ согласно федерального закона 44 ФЗ. Почему закон Российской Федерации распространяется на страны СНГ, остается загадкой. Даже если бы и выплачивались деньги, то только в рамках одной страны. Но, тем не менее, якобы бизнесмены и частные компании, инвесторы отдают деньги на данный сервис, чтобы этот сервис распределял их и отдавал малоимущим гражданам, а бизнесмены тем самым платили меньше налогов. Эта история уже стара как мир. Мы уже сделали обзоры не на один сайт, где всякие миллионеры рассказывали, что готовы безвозмездно раздать кучу денег, лишь бы не платить большие налоги. И все эти сайты были лохотронами. Уже якобы выплачено 50 миллионов рублей, очень внушительная сумма, но доверие не вызывает данный сайт. Служба поддержки находится просто на Mail.ru. И тем более 80 тысяч рублей в течение 10-15 минут, и ответить нужно только на какие-то соцвопросы. Давайте узнаем размер выплаты. Теперь нужно заполнить анкету. Давайте введем здесь какое-нибудь огромное число. Ответим, что нам на все хватает. Да, нам оказывали. Давайте на себя. Для определения суммы выплаты нажмите кнопку ниже. Идет анализ моей анкеты и расчет суммы выплаты. Просят меня не закрывать страницу. На самом же деле никакого анализа не происходит. Мы с вами ввели огромное число, что у нас большущий доход. И явно дали понять, что никаких средствах мы не нуждаемся. Но тем не менее, нам предлагают получить 121 850 рублей. Эта сумма является статической. Любой человек, который зайдет на данный сайт, увидит именно эту сумму. Наша анкета вообще не имела никакого значения, что мы там отвечаем. Деньги будут обещаны абсолютно каждому. И даже не нужно доказывать, что вам они нужны. Не нужно ни единой справки предоставлять, ни каких-то сканов своих документов хотя бы. Это никому не надо. Главное, чтобы вы выполнили подтверждающий платеж в размере 168 рублей, который нужно оплачивать на странице оплаты от сервиса ClickPay24. На этом сервисе продвигаются мошеннические сайты исключительно, поэтому, скорее всего, и данный сайт тоже мошеннический. Но чтобы вы не сомневались, я сейчас приостановлю видео и оплачу данный платеж. Платеж я оплатила, теперь происходит подключение к сервису массовых выплат. Интересно то, что на сайте совершенно не содержится информация о данном сервисе, какая организация стоит за этим сервисом, какие у нее реквизиты, какие данные. Ничего нам не известно, кроме мейловской почты электронной. Нужно указать реквизиты, что-нибудь укажем. Происходит вывод денежных средств. Куда он происходит? Я даже не указала, какая у меня платежная система. И номер неадекватный ввела. Но, тем не менее, вывод якобы происходит. Только на подобных сайтах вы увидите всякие вот такие вот анимации. Но, конечно, на добросовестных сайтах таких анимаций никогда нет. Вам могут просто написать,
что деньги ожидайте, допустим, в процессе выплаты или на рассмотрение администратором и так далее, но никто не будет вам показывать вот такой вот цирк. Во время перевода по указанным реквизитам биллинг, через который мы производим выплаты, запросил комиссию. Любая система массовых выплат берет комиссию за вывод денежных средств. Они не могут оплатить комиссию за нас, так как участников соцпортала много, и они не располагают необходимыми финансами. Это просто смех. Значит, выплатить 121 850 рублей не могут без единой справки документа, а вот заплатить 462 рубля комиссии какому-то вымышленному биллинговому центру они не могут. Конечно же, это все неправда. Все они могут. Если бы эти деньги были реальны, 120 на 1000, то эта сумма просто бы вычлась из той суммы. Но из нуля ничего не может вычитаться реальное. Эти деньги должны заплатить именно мы, именно из своего кармана, потому что это способ заработка человека, который зарабатывает на данном сайте. Он выманивает средства и тем самым пополняет свой карман. В интернете также гуляет двойник данного сайта, немного на другом домене, но который выглядит точно так же. И это говорит еще раз в пользу того, что данный сайт мошеннический. Поэтому однозначно я его вам не советую. Никаких выплат он не производит, можете даже не надеяться. Тем более мы можем еще и посмотреть публичную оферту, где сказано, что все высказывания, примеры на информационно-ознакомительном портале касательно увеличения получения доходов и прибыли, всего лишь предположения по поводу предстоящих заработков доходов и не являются гарантией их получения. Если предположительные прибыли или увеличение предстоящих доходов вы считаете гарантированными, то также берете на себя все риски по их неполучению. Нам ясно говорят, что все это развод, никто нам ничего не обещает, и если что, сами виноваты, если потратили здесь деньги. С вами на связи была Соколова Анна, проект Elite Infobiz. До новых встреч в следующих видеообзорах.